Друзья, всем привет! Я Светлана из Сан-Диего и хочу рассказать в этом ролике, почему я выбрала именно эту страну, почему я выбрала именно этот штат, почему я выбрала именно этот город на Тихоокеанском побережье Калифорнии. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Когда-то одна моя знакомая сказала мне: «Света, ты идеалист». И я задумалась, когда я услышала фразу «американская мечта», такое выражение, оказывается, часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США, как в материальном, так и в духовном смысле. Американская мечта – это идеал свободы или возможностей. Если американская система – это скелет американской политики, то американская мечта – ее душа. Лично для меня лучше мечтать, чем думать о чем-то плохом. Но эта же американская мечта для некоторых американцев все-таки остается несбыточным идеалом, и поэтому они призывают к социальным реформам. Калифорния – это самый населенный штат США. Столица Калифорнии – Сакраменто, а крупнейший город – это Лос-Анджелес. Конечно же, мы выбрали самый южный город – это Сан-Диего. Сан-Диего – это один из самых лучших знаменитых городов-курортов, входящие в топ-5 туристических направлений в США, который находится на побережье Тихого океана. Здесь очень хорошо развита туристическая инфраструктура, включающая в себя старый город, современные небоскребы, полосу красивых пляжей вдоль залива, грандиозные парки развлечений и торговые центры с брендовыми бутиками, а также замечательные рестораны и недорогие кафе с разнообразной кухней и блюдами со всего мира. Жизнь в Сан-Диего настолько спокойная и размеренная, что во многих домах даже не запирают двери. Здесь не принято торопиться, как в больших мегаполисах. Дома в Сан-Диего стоят вдоль широких улиц и выглядят чисто и опрятно из-за строгих законов, призывающих жителей внимательно следить за своей собственностью. Хорошая солнечная и теплая погода в Сан-Диего наблюдается практически весь год. Мягкий средиземноморский климат и отсутствие ураганов являются одним из главных преимуществ Сан-Диего. В целом, здесь не очень жарко. Температура здесь примерно 26-28 градусов Цельсия, а зимой в районе 20. Дожди здесь у нас идут только в основном зимой. Летом здесь солнечно и сухо. Ну и дует освежающий ветер с океана.
Ну а самый интересный факт, почему я выбрала именно этот город, посмотрев много роликов на YouTube-каналах различных, я поняла, что здесь живут рядом животные, которые не боятся, те же морские котики, они не боятся то, что они находятся рядом с людьми, никто их не обижает. И я подумала, что люди здесь добрые. Это для меня очень важно. Человеческие качества, которые ценны. Сан-Диего-Зу – это один из самых больших зоопарков в мире, особенностью которого является отсутствие вольеров для каждого вида животных. Чтобы посмотреть его целиком, потребуется не один день. Ну, кстати, в этом зоопарке можно не только ходить пешком, но и ездить на автобусе или передвигаться по воздуху на подвесной гондоле. Среди достопримечательностей Сан-Диего выделяются такие, как Старый город, парк Бальбоа, зоопарк Сан-Диего-Зу, океанариум «Морской мир» SeaWorld, музей современного искусства, полуостров и пляж Коронадо, маяк на территории национального памятника Кабрильо, морской музей Сан-Диего и первый авианосец Мидуэй. И много-много еще других интересных мест можно найти у нас в Сан-Диего. Thank you.
Друзья, мое субъективное мнение, оно основывается на моих эмоциональных суждениях, о жизненном опыте и точке зрения. Поэтому наше совершенно представление о том месте, где жить хорошо и где не очень, у нас могут совершенно расходиться наши взгляды. Поэтому ничего страшного, если они не будут одинаковыми. Друзья, спасибо за просмотр. Хочу вам сказать, что я вам желаю удачи, здоровья, хорошего настроения и до новых встреч!